арена, на которой свои матчи проводит «Железничер» из Сараева. И вот сейчас на поле этого стадиона выходит команда. Еще четвертый. В средней линии Харис Медунянин 10-й, Сенат Лулич 16-й и 7-й. Мухаммед Бешич. Впереди слева 17-й Харис Дульевич. Судейская бригада из Шотландии сегодня ее возглавляет Вильям Колум. Фрэнсис Колни 8-й и с ним Кевин Дебрейн 7-й. Чуть выше играют Дэн Азар, капитан команды, 10-й номер, и Дрис Мертенс 14-й, и Мичи Бучуай под 9-м номером. Зарабатывают желтые карточки для того, чтобы отдохнуть в последнем туре. 10 числа Бельгия взаимодействует с Азаром. Вот совсем иначе развивается атака сборной Бельгии. Мяч уже в штрафной площадке соперника. Муне. Гол! Четвертая минута. 1-0 забивает Тома Муне. Ну вот длинные-длинные отдавали центральные защитники. А теперь совсем иначе была разыграна атака. И отличается футболист Пари Сен-Жермен. 5-й его гол в составе национальной команды. Вот так быстро бельгийцы повели в этом матче. Боснийцы словно и не ожидали. Ну, казалось бы, пару минут только сыграно. Да, было несколько длинных. Короткий разыгран. Хороший маневр Медунянина. Вошел он в штрафную. Бьет поворотом. И опасно довольно сейчас был у ворот Тибо Куртуа. Ну, хорошо сыграл голкипер бельгийской команды. Стандартного положения. Азар отдает штрафную площадку, принимает Караско. Тут же прострел, мяч выбит, опасно. Тут не было игры рукой, теперь уже в атаку идет сборная Бельгии. Азар, фол против него, и Бешич рискует карточку получить. Вранеш, Лулич. Проталкивает Лулич, Медунянин бьет выше ворот. Да, вот сейчас Лулич удержал все-таки мяч. Выполнил пас на партнера по команде, Харис располагается. Не позади остается Калашинос против Филайни в борьбе. И следует пас. Джека не добрался до мяча. В двух эпизодах. Калашинос с мячом. Перевод в штрафную площадку. Обрабатывает Джеко. Джеко прострел. Рикошет. И Медунянин гол. 1-1 на 30-й минуте. Харис Медунянин сравнивает счет в этом матче. Забивая свой 9-й мяч в составе национальной сборной Боснии и Герцеговины. Да, вот сейчас наконец-то Джека мяч доставили очень хорошо в штрафную площадку. Начало все еще с перехвата вот там на своей половине. Затем проход по флангу, пас от Калашиноца. Смотрим атаку. Караско. Передача следует в штрафную площадку. И мяч от ноги Джунка ошибается вдруг Фертонхен. И выходит Вища на ударную позицию. Вища, гол! 2-1 на 39-й минуте. Грубейшая ошибка Яна Фертонхена. Прямо перед воротами соперника оказывается Эдин Вища. И забивает свой 5-й мяч за сборную. Но на повторе, конечно, посмотрим, как же так умудрился мяч пропустить Ян Фертонхен. Что ж Куртуа тут показывает. Дебрёйн низом отдает передачу на Мертенса. Дрис штрафную площадку. Удар Бачуай. Добивание. И отражает голкипер. Бегович сейчас потащил мяч после удара Фермалина. Реальнейший шанс для того, чтобы сравнять счет у сборной Бельгии. Отлично был разыгран стандарт. Затем оставляет мяч Алдоверл. Пас от Муни в штрафную. Азар. Простреливает Бегович. Бачуай пытается добить. И звучит свисток арбитра. Он нарушил правила. Нападающий бельгийской сборной. Ну а теперь Юрий Тилеманс выходит. И он меняет Дриса Мертенса, который действительно очень мало заметен был. Начался второй тайм этого поединка. У боснийцев Бегович в воротах. Подача в штрафную, опасный момент, но здесь не смог замкнуть Бачуай. Муне вырезал с правого фланга. Напомню, что в параллельном матче в этой группе
сборная Эстонии выигрывает со счетом 3-0. Дэн Донкер отдает передачу на Бучуай. Бучуай там поскользнулся в штрафной, но мяч затем он все-таки подбирает, пытается развернуться. Бучуай отбрасывает назад, пяткой следует пас, удар! Алдервейрлд пробил мяч с линии, ворот выносит Вранеш. Бучуай пытается переправить, и затем уже мяч выбивает за пределы поля. Калашинац, да, атака сборной Бельгии, которая... Защитник подачи со штрафного. Опасный момент. Куртуа забирает. Слева навешивает он в штрафную. Удар с лету убил. Медунянин мимо ворот. А Лулич очень удобно перегается. Прошел соперник, оказался уже в штрафной площадке. Тащит Караско. Хороший финт. Удар! Бенович! Добивание! Гол! Бучуай забивает на 59-й минуте. 2-2 в Сараево. Бегович отразил, но отразил перед собой. Казалось, недалеко, но этого хватило Бучуаю, чтобы налететь на мяч и переправить его в ворота. Четвертый гол этого форварда за сборную и первый в этом отборочном цикле. До того, как коснулся мяча Бегович, поскольку если бы был наоборот, то были бы основания гол не засчитывать. Ну а здесь нарушение Мунье против Джек. Стал с тем временем четвертый, уже забили Гибралтару. У нас Медунянин подает, выбивает Тибо Курту. Поле покидает Бешич. Первая замена у хозяев. И вместо него появляется Мату Яяло. Дебрёйне. Пас на Азара. Тот на секунду. Тилеманс. Низом удар. Бегович переводит на угловой. Да, вот те удары, которые выполнял Тилеманс в составе Андерлехта в прошлом сезоне. Напомнила эта попытка. С угла поля подача. Караску. Опасно. Гол! Фертанхен забивает. Он ошибся в первом тайме и вышли вперед боснийцы. Ну а теперь Ян уже свою команду выводит вперед. На 68-й минуте. 3-2 в пользу гостей. Ведет снова в счете команда Роберто Мартинеса. Фертанхен забивает свой 8-й гол за сборную. Этот матч. Ну, у греков тогда, конечно, будет шанс. Смотрим атаку бельгийцев. Прострельная передача. Бегович. Тот на Муне направо. Мне обработал Бучуай. По центру удар отражает Бегович. И снова Бучуай в штрафной площадке. Караско пытается пробить мяч. На сетку опускается после этого касания. Ника Феррейра, Караско. Да, вот сейчас и четвертый могли забить бельгийцы. Выполняет подачу он на дальнюю. Здесь Дулевич мяч обрабатывает. Дулевич выполняет передачу. Ибишевич! Мимо мяч летит. С линии вратарской пробивает мимо ворот этот Ибишевич. Да, вот в эти минуты, конечно... Появлением еще и Бишев. Мне дает передачу Дебрёйне по центру. Дебрёйне вошел в штрафную, перебрасывает на Бучуай. Ну, а тому нужно было, наверное, оставить Караско, но в любом... Низом передача. И Бишевич на Джеко. Джеко вошел в штрафную. Джеко! Мяч мимо летит. Как и Бишевич играл в этом эпизоде. Догнал соперника в поле. Закручивает Хайрович. Умич! Гол! 3-3! Сравнивает счет. Все-таки боснийская команда именно в этой атаке. Возвращаемся к тому, как был хорош Ибишевич, отбирая мяч в подкате, в центре поля. Разгоняет эту атаку своей команды. Затем он отдавал на Джека. Заработали угловой. И вот забивает Дарио Джумич. 82-я минута. 3-3 в Сараево. Еще одна передача в штрафную. Мне подхватывает мяч. Отдает он на Караско. Офсайда нет. Караско! Гол! 3-4. Яник Феррейра Караско забивает у сборной Бельгии. Только-только забили боснийцы. Только появилась надежда. Но Караско хладнокровно разбирается в ситуации. Пятый его мяч за сборную. 4-3 ведет команда Роберто Мартинеса.
пределу штрафной. Калашинец дает передачу. Дульвич возвращает Калашинцу. Калашинец на дальнюю штангу. Никто не смог замкнуть. Налево перевод Дульевичу. Тот бьет поворотом, ловит Кружинья, остается 4-3. Сборная Бельгии побеждает в этом поединке. Мунье забил на третьей минуте. Еще в первом тайме Медунянин и Вишча вывели вперед босницев 2-1 к перерыву. Во втором тайме Батшуай и Фертонхен забивают.